тысячи автомобилей и фур ежедневно проносятся мимо дома Галины Масловой. Ее участок граничит сразу с двумя дорогами, ведущей в деревню Додылдино и Белокаменным шоссе. Круглосуточный шум от насыщенного трафика, по признанию пенсионерки, лишь одна из проблем. Куда больше ее интересует элементарная безопасность, решить которую не может установленный на перекрестке светофор. Аварии на этом месте случаются, к сожалению, регулярно, по несколько раз в год. Был даже случай со смертельным исходом. Последнее ДТП произошло 26 июня. Тогда забор был значительно поврежден и упал на территорию участка. Восстанавливали забор Масловы самостоятельно. Немного выпрямили металлическую часть и установили еще деревянное ограждение. Ведь попасть тогда на участок мог кто угодно. Впрочем, справиться своими силами все же не удалось. И Галина Ивановна пришла на прием к заместителю главы администрации Ленинского района Сергею Гаврилову. Забор насквозь пробили, все здесь разбито было. Но это мы купили, сделали на 20 тысяч с лишним. Вот. А что дальше? Я не знаю. Я просила его, Сергей Анатольевич, пожалуйста, сделайте нам какую-то ограду. И записали они мой телефон сотовый и сказали, на той неделе приедем, все сделаем. Протяженность забора вдоль Белокаменного шоссе порядка 5-6 метров и достаточно 4 металлических листов. Пообещали в администрации установить и дополнительное бетонное ограждение. И может тогда уже Галина Ивановна, отдавшая 35 лет службе на Видновском гипсобетоне, перестанет наконец испытывать постоянный страх за себя и своих близких. Страшно. А как вот в 2014 году подъезжает машина, там даже метка вон там есть, и об угол дома ударяется. И там люди. Да. Как на пороховой бочке мы живем. То, глядишь, выйдем, из калитки задавят. Никакой защиты. Действительно, выход с территории участка – еще одна головная боль Галины Масловой. Делая первый шаг, уже оказываешься на проезжей части в потоке автомобилей. Надеемся, в силах профильных служб решить и эту проблему пенсионерки. Екатерина Коваленко, Александр Будников, Елена Кошелева. Видно ТВ.